Активисты Одинцовского отделения «Единой России» привезли фрукты для коллектива Никольской больницы. Они доставили в медучреждение 11 ящиков мандаринов и 25 лотков киви. Ситуация с коронавирусом остается достаточно напряженной. Партийцы стараются поддерживать медицинских работников, которые трудятся в условиях повышенной нагрузки. Богатые витаминами фрукты помогут врачам укрепить иммунитет. Благотворительная акция будет продолжена.